И снова здравствуйте, всем привет! Давайте в этом ролике попробуем сделать именно розовую пантеру. Как это дело получится, я никогда не делал и буду использовать, значит, для работы вот этот вот раскадровочный лист, вот этот как его, лист аниматора, да, или как скульптора, импортируем. Теперь подставляем его именно на рабочий фон и будем делать по прошлым роликам и именно маскирование. Ну вот такая розовая пантера есть. Фас, профиль, анфас. Забыл, как называется вот этот лист именно аниматора. По-моему, раскадровочный лист или как он называется, анимационный лист. Так, вот с этим делом будем работать. Ну и погнали. Значит так, добавляем опять же куб. Все по прошлым роликам. Вытягиваем левой кнопкой мыши. Делаем его активным. Edit. И чтобы можно с ним было работать. Make Polymesh 3D. Так, выравниваем Shift. Левая кнопка мыши. Смотрим Flur, как он установлен. И потом, чтобы не зеркалить, не заморачиваться, давайте его сразу развернем. Чтобы как... Слева направо у нас идет зеркаль. Слева направо у нас идет зеркалка. Отзеркаливает все, что слева и на правую сторону. Вот давайте с этим делом разбираться. Так, следом нам понадобится Shift Z открыть рабочий лист и нужно включить глаз и это все дело развернуть. Почему? Потому что персонаж должен по осям смотреть именно в нужную сторону. Ну, так его где-то уменьшим. Хвост у нас уже будет. Лапы будут. Тело видно. Голова и руки. Придется потом чуть-чуть руки сделать в позу Т. Или в А под кости, чтобы анимировать. Но опять же, нужно будет сделать, чтобы рот открывался и так далее. Все, погнали работать. Нужно добавить полигонаж вот этому кубу. И чтобы он был поплотнее, сетка. Давайте сделаем Dynamesh. Резолюцию побольше. Так, сейчас у меня 0, наверное, выскочит. Точно, но это сильно многовато. Ну, значит, попробуем в таком варианте. 98 мало. Давайте чуть-чуть, хотя бы 200-300 тысяч полигонов. О, 709 вообще шик. Так, выставляем его побольше. Отключаем поле F. Следом делаем дубляж. Дубликат. Ну, получается уши, тело, голова, руки, ноги. Все. Все будет нормально. Первый, значит, куб включаем и через Shift отключаем видимость остальных. Shift левая кнопка мыши, отключаем видимость глазов, вот этих, видимость сабтулов. Shift Z подгоняем нашего персонажа по размеру. Так. И делаем ему немножко прозрачности. Ну вот, в принципе, вот этого достаточно. Кисточку поменьше, потому что персонаж тонкий. Давайте сначала сделаем Ctrl, значит, проведем хвост. У кого мышка, будет немножко нужно сосредоточиться. Сильно тонко не делайте, потому что будет потом выглаживание. Нам нужен, ну как, общий план, общий ракурс. Так, следом переключаемся на второй куб. Первую можно отключить, сделать видимость второму, или можно не включать глаз, не особо важно. Так, здесь мы теперь делаем тело. Проводим вот этот вот контур. И делаем его шеей. Вот так. Потом шею можно будет... Можно шею, конечно, тоже отдельно сделать, чтобы потом с ней не заморачиваться. Давайте сейчас так и поступим.
Я вот так Ctrl-Alt, левая кнопка мыши сотру. И все, в принципе, проблемы нет. Получше выбирайте, вот, ну, именно хорошо закрашивайте, чтобы потом у нас не было белых пятен. Если кому-то поможет или будет удобно, лучше использовать лассо. Каким образом? Ну, вот таким вот раз. Видите, тут надо тоже приловчиться. Такие вот вещи тоже не очень удобно делать. Ну, допустим, вот такие вещи вот. Раз. По спине прям проводим аккуратно. И нажимаем Ctrl-Alt, Shift-Z. И вы видите, насколько ровная уже получается, значит, спина. Уже меньше выглаживать. Дальше Ctrl, левая кнопка мыши. Точно так же можно постараться аккуратненько. Но тут неудобно вот в эту сторону мне мышку вести. Ну, так как-то Ctrl-Alt. Ну, уже поровнее. Так, теперь нам понадобится что? Нам понадобится шея отдельно. Так, ух ты, Ctrl-Z. Переключимся на другую кисть. Уменьшим кисточку. Тут шея тонкая. Лучше немножко подстраховаться. И сразу переходничок вот это делаем, чтобы понять, где тело. Так, следом переключаемся. Хвост есть, тело есть. Давайте сделаем ноги. Так. Ноги немножко возьмем жопом. Вот так. Чтобы потом не париться и не искать, где у него там выпуклости. Так, лапа. Где-то вот так вот можно взять. Ctrl-Alt. Не нужно чуть-чуть почистить. Но это не принципиально. Я буду делать потом в скульпте с Альфа 6 все это дело выглаживать. Ну, приводить это все в божеский вид. Объясню потом, почему. Так, теперь у нас, значит, уши. Вот еще один куб делаем дубликат. На верхний переключаемся. Уши отдельно. Почему? Потому что, когда будем вытягивать, желательно, чтобы уши были одинарные, чтобы потом не вырезать именно в макушке вот эти все причиндалы. Так, следом у нас идет самое ответственное, это голова. Так, голова у нас имеет вот такой прикольный вид. Хорошо отмечаем, значит, где у него вот эта морда. Так, здесь у него еще брови будут, но брови уже можно будет потом отдельно сделать, там заморочек не будет. Так, почему я вот так провожу? Потому что здесь выемка под глаз, и здесь уже будет века. Мне нужно именно вот эту вот морду сделать, пролепить и добавить уши, а глаз уже, чтобы потом впадину не выбирать, она уже в принципе будет. Ну вот и все. Наметка есть. Так, а руку я не делал, по-моему, да? Нога. Так, пардоньте, еще, значит, делаем дубликат. Отключаем верхний и делаем руку. Так, здесь уже кисть и пальцы, в принципе, я буду делать уже, наверное, отдельно подставлять какие-то саптулы. Ну, здесь чуть получше, можно обрезать и Ctrl-Alt. Хорошо вычищаем и поровнее стараемся сделать. Так, ну, где-то вот тут. Так, намечу, наверное, все-таки пальцы. Вот таким образом. Ну, чтобы знать, где кисть. А потом я ее обрежу. Все, теперь остальное нам не надо. Подкрашиваем вот эти вот, где не закрашены именно морду персонажа. И, наверное, давайте с нее и начнем. Так, это...
Включаем транспоз Гизма. Делаем Ctrl-I в сочетании клавиш. Инвертируем маску. Так, перекручиваем и вытягиваем. Делаем Ctrl, снимаем маску. Делаем Dynamesh, чтобы сетка уплотнилась. Следом делаем маскирование. Назначаем Ctrl-W и отделяем всю эту штуку от куба. Заходим в геометрии, делаем Modify Topology Del Hidden. Удаляем скрытое. И все вот это дело, значит, делаем с другими софтулами. Ctrl-I, опять же Gizmo, Transpose. Это у нас получается рука. Сильная, не надо вытаскивать, ну, можно и побольше, проблем не будет, потом она уменьшится. Снимаем Ctrl, левая кнопка мыши, делаем опять Dynamesh или заходим в геометрию, нажимаем клавишу Dynamesh именно тут уже. Ctrl-W, сочетание клавиш, опять же отделяем. Ну и все, здесь на глухонемой я вам покажу. Итак, получилась вот такая заготовка пантеры, да? Теперь нам понадобится флур, потому что куб был не выровнен по центру. И через Alt, левая кнопка мыши, мы вытаскиваем сюда, значит, нашего вот этого заготовку. Делаем геометрию мира and well. И это башка. Так, Ctrl-Z, через Alt. Можно зажатым левой кнопкой мыши перетащить гизму и просто растянуть. Вот таким образом. Все, а здесь уже будет лепка, скульпт. Так, это у нас, значит, шея. Так, это что у нас такое? Так, голова и рука почему-то оказались вместе. Не беда, отделим, замаскируем, Ctrl-W. Вот у нас два сабтула.
Получается, у нас теперь две полигруппы. Мы их можем разбить с помощью, значит, split, group, split. Окей. Все, вот у нас теперь рука отдельная. Так, это значит, голова вот эта уже у нас сделана. Она нам не нужна. Delete. Окей. Так, ухо. Через Alt выбираем ухо и переводим его на центр. Закрываем с помощью, опять же, геометрии мира and well. Через Alt подвести можно, значит, повторяюсь, наш вот эту гизму и отвести ухо в бок. Потом сверху уже можно посмотреть толщину уха. Вот так где-то. Нормально. Теперь через Alt у нас рука. И все то же самое в глухонемом варианте. Так, получилась у нас вот такая вот заготовка, болванка пантеры. Shift Z. Давайте найдем теперь другой рефер. Так, это у нас Z. Включаем глаз. Газпром детям. И вот таким вот образом, значит, подгоним нашего персонажа. Так, что нам нужно? Нам нужно кисточку Move Topology. Так. Модель более-менее поровнее поставим. Так, что у нас тут? Такой, значит, брикент. Это плечи. Надуваем живот. Так, ноги ровные. Здесь как-то не с изгибом. А, это хвост с изгибом. Так, теперь нам понадобится рука. Сделаем ее прям-таки потоньше, наверное. И подставим ее к плечу. Вот где находится вот этот плечевой пояс, да? Это значит у нас уже лапа. Так, по голове. По голове у нас, значит, натяжка. Уплотнение. Уводка. Вот здесь вот чуть по-другому, чем тут получается. Чуть отход уже от этого референса. Если Ctrl-Z нажать, то получается челюсть нижняя меньше. Так, это значит лучше, наверное, с этого ракурса.
Так, тут голова. Ну, а тут просто тупо уменьшим бошку. Угу. Вроде бы все нормально. Теперь замаскируем вот эту часть руки. Ctrl маскируем. Маскируем. Сделаем Ctrl-I. Так, отмена. Ctrl-I. Инвертация. И попробуем все это дело развернуть. Ну, чтобы больше понимать, как и где у него тут кисть. Ну, в принципе, кисть можно эту сейчас... Так. Обыграть еще каким образом? А, так, Ctrl-Z. Внимательно смотрим вот на эти стыки, чтобы потом это дело все не долепливать. Так, есть такое дело. И можно что сделать? Выбрать один вот этот палец. Да. Словом, сделать дайномеш, все это дело скрепить, и значит поработаем чуть-чуть с рукой. Ну, чтобы потом уже геморроя меньше было. Значит, это как-то должно вот таким образом быть, я думаю. Вот так. Угу. Здесь у нее будет пролеплена рука. А это должны быть пальцы. Значит, сделаем резку Ctrl-Shift, левая кнопка мыши, Trim Rect. Отсобачили. Ну, а теперь... Так, а теперь что можно сделать? Можно Append добавить просто цилиндры. Уменьшаем цилиндр. Будем считать, что это будет палец. Так, раз. Еще раз уменьшаем. И вот тут вопрос, по-моему, там 3 пальца у него, да? Или 4. Ну, мультяшный стиль, наверное. Так, мы их выравниваем еще поменьше. Один где-то будет в одну сторону, наверное, чтобы не мешали друг другу. Потом костями при анимации можно уменьшить. Теперь Ctrl вытягиваем еще один палец. Так, опять же Ctrl еще один палец. Ну, вот 3 должно хватить. И Ctrl еще один с разворотом, поворотом. Это будет у нас вот этот палец. Главный большой. Вот таким образом. Теперь снимаем маску, делаем всему этому дайномеш, потому что сетка... Вот смотрите, раз, и видите, как все слипается. Нам нужно сетку сделать побольше. Вот 10 тысяч полигонов, в принципе, нормально. Чуть-чуть уменьшаем саму вот эту кисть. Подгоняем ее более-менее по размерам. Переключаемся, можно подкорректировать чуть-чуть пальцы уже кисточкой. Смотрим, чтобы они очень дюжи тут не вылетали. Где-то шифтом пройтись. Где-то приподнять их наверх, чтобы потом
заморочек таких тоже сильно больших не было. Ну и в принципе что? В принципе, ок, гуд. Но, наверное, нужно еще вот это уменьшить, чтобы большая кисть не была, а лучше тогда через альт повытягивать уже сами пальцы. Ну, вот теперь как-то больше похожу должно быть. Ну и чтоб они сидели нормально, значит, в кисти. Вот так. Делаем так геометрии модель Fittopology Mira and Well. И руку тоже зеркалим, делаем Mira and Well. Так, с ногой, смотрите, когда вы делаете модель вот такую, ну, желательно, чтобы модель, ну, вот это вот промежуток был, чтобы потом при какой-то работе все это дело не слиплось. Я пока не буду делать зеркалку. Вот так все оставлю. Так, здесь у нас Shift Z. Значит, нога должна быть, почему-то она нога-то вот тут должна быть. Мы же ее с задницей делали, да? Так. Так. Ну, вот как-то в таком духе. Здесь как-то бедра должны все равно у нее присутствовать. Вот тогда она будет прикольней. Так, заготовка есть. Смотрим, что у нас башкой. Mira and Well. Ну, в принципе, все вырисовалось. Так, что у нас по хвосту? Mira and Well. Ногу я пока зеркалить не буду. А, в принципе, придется, потому что я буду работать с зеркалкой именно скульпты с Альфа 6. И вот мне нужно теперь подгадать вот эту череп-голова, да? Это что-то в этом духе. И получается ухо. Вот это ухо нужно развернуть. Ну, в принципе, все правильно. В принципе, все правильно, но вот на этом рефе уши смотрят вперед, да? А на этом в бок. Ну, давайте их тоже сделаем как-то вперед. Я не знаю, что это будет. Тогда нужно уменьшить бошку. Mira and Well. Здесь будет закругляться все. Пролепливаться морда. Вставляться глаза. И что у нас? Давайте посмотрим по рефу. Так. Z. Подгоняем наш реф. Уменьшаем его. То, что голова чуть побольше, это дело хорошее. Так, ноги. Ноги попали. Хвост попал. И вот боковой, видите, реф делали по нему, и он чуть-чуть, значит, стал капризничать, да? Так, чуть-чуть побольше. Ну, это не принципиально, Ватсон, да? Так, уши, в принципе, есть, ноги на месте, хвост попадает. Все нормально. Так, ухо. Мира. Что-то выгладили, подогнали. Так, чуть-чуть живот можно еще побольше сделать. Нормально. Заготовка есть. Теперь нужно сохранить. Если вдруг косяка упороть, то это все пропадет.
Ну, если, конечно, автосохранение до конца не прошло тут. И не сохранился проект автоматически, значит, в Lifbox, Quad Safe, вот они, проекты. Так, теперь сохраняем это, значит, у нас файл, Save As. Ну, пока на рабочий стол. Пантера. Проект сохранен. Погнали объединение делать. Клавиша английская позволяет нам быстро переключаться между сабтулами. Так, merge down. Автоматически все соединяем. Все. Соединилась вся пантера. Теперь нам обязательно нужно все это склеить, потому что у нас разные сабтулы. И вот получается разный цвет у нас персонажа. Если Ctrl-Shift зажимать левой кнопкой мыши, мы можем отключать или выбирать другие какие-то части тела, с которыми хотим работать. Ну, нам это в Sculptis Alpha 6 не понадобится. Делаем, значит, еще раз Mirror на всякий случай и делаем Dynamesh. 63 тысячи полигонов. Делаем Ctrl-W, одну полигруппу, еще раз прогоняем. И вот тут вопрос такой, что не всегда Sculptis Alpha 6 принимает вот эти вот, значит, после Dynamesh модели. Поэтому нужно сохранить одну модель, а потом, если что, сделать ZRMesh. Экспортируем, ну, на рабочий стол, допустим, PAN1. Пусть будет, все равно он будет переименовываться потом. Открываем Sculptis Alpha 6. Пробуем импортировать сюда Opsh формат PAN1. Новый проект. Видите, ошибку показывает. Это капризничает сетка. Где-то что-то не так, и Sculptis Alpha 6 не хочет ее принимать. Но это не проблема. Мы делаем какой финт. Ну, значит, попробуем сделать ZRMesh. Геометрии. Так, X-симметрию ставим. И делаем ZRMesh. Сильно низкий полигонаж не надо делать. Нормальный. Ну вот 10 тысяч полигонов. Прикольная пантера. Уже вырисовывается. Сейчас я ее облагорожу чуть-чуть там кисточкой одной. Экспорт. Пишем PAN 2. И еще что бывает, что когда вы пересохраняете вот эту модель, ее уже автоматически Sculptis Alpha 6 может не принимать. И нужно создавать новый проект, ну, в смысле, новый файл. Пробуем, импортируем PAN 2. New. Вот, пожалуйста. Сетка принята. Увеличиваем сетку. Ставим симметрию. Ок. И вот Flatten, любимая моя кисточка. Я, в принципе, только ради этого Flatten многие дела тут и делаю. Потому что он позволяет очень классно все тут сделать, выгладить. Так, вот шею можно потоньше. Ну, когда вы что-то делаете, старайтесь вот округлять вот какие-то моменты, но сильно не менять внешний вид вот этого, ну, форму вот этой, допустим, шеи. Вот так. Шею можно немножко утоншить. Увести ее чуть от плеч. Вот таким образом, да.
грудину чуть приподнять и шею надо было чуть ниже опустить. Ну ничего, это все долепится сейчас. Ну и опять же флаттен и интенсивность регулируйте. Можно на низкой интенсивности, просто если вы никуда не спешите, вам просто хочется полепить, поскульпить, то вот сидите и потихоньку так туда-сюда округляйте, дополняйте, выглаживайте модель. Многие сейчас скажут, опять же, почему ты идешь скульптить альфа шестую? Ведь то же самое можно сделать, значит, и в ZBrush. Да, то же самое можно сделать, но здесь я себя чувствую комфортнее. Вот многие меняют же программы, допустим, рестопят в одной, допустим, что-то делают в другой. Ну и вот я тоже начинал с этой программы и как-то мне здесь комфортнее, классно, я тут вообще отдыхаю. И всем рекомендую. Это недооцененная программка, у которой очень много возможностей. В принципе, полноценную модель полностью можно сделать здесь. Я уже показывал ролики, что здесь можно все делать. Точно так же и кисти, и софтулы. Ну как, тут все по-другому, чуть-чуть иначе. Но в принципе то же самое. Не зря вот эту программу выкупила ZBrush, PixLogic, да, и добавила себе Sculptis Pro, именно саму программу. Ну там чуть-чуть они намудрили. Весь кайф в этой программе то, что эта программа простая. Не надо тут навороты ей делать какие-то. Просто программа для того, чтобы кайфовать, лепить. Ну а Sculptis Alpha 6, пардон, ZBrush, они посчитали, что нужно тоже доделать, доусовершенствовать что-то там. Ну и в принципе, я не знаю, пользуется кто Sculptis Pro. Если кто-то пользуется, то напишите ваши впечатления о ней. Я как-то пытался с ней тоже работать, но в принципе она не нужна. Все и так хорошо делается. Многие мы потом лучше обрежем в программе ZBrush. И здесь вот нужно потом посмотреть, как нога будет выглядеть. Уже ноги я тогда пролеплю именно ZBrush. Так, по хвосту. Попробуем не выглаживать, а на большой кисточке. Просто сделать его поменьше. В принципе, толщина нормальная. Так, по рукам. По рукам я хочу добавить, чтобы было понятно, где тут плечо, где тут локоть. Значит, я это дело все вытягиваю углом. Так, немножко, значит, пошаманим резкой по кисти. Вот тут уже есть гуд. Тоже нужно повминать, изменить сетку. Можно даже на пальцы чуть-чуть повытягивать, чуть-чуть откорректировать, поднадуть. Так, и через Alt, значит, кисточкой Drive с помощью включенного клея чуть-чуть вот поднакидать вот эти вот детали мягких кисти, значит, кисти. Вот так. Во. Так,
Так, ну самое важное, это у нас голова. Тело, ладно, его можно выгладить в любых местах, в любых программах, но вот тут теперь нам нужно что? Поднакидать, значит, округлость, чтобы ее не делать сразу флатеном. И немножко так, вот таким вот образом выдерживаем, значит, вот эту всю форму головы. Не лезем куда не надо. Просто выглаживаем вот эти углы закругления. Так, сейчас еще будем пролепливать это все дело. Вот через нижнее она должна чуть поменьше быть. Значит, ее нужно отсечь с помощью криза. Поменяем ушам сетку. Когда мы начинаем вот детализацию поставили и начинаем тут что-то лепить, но у нас сетка ЗРМшевская, она потом переделывается в сетку с трисами. Это скульптор Альфа 6 уже свою сетку делает. Есть квадры, есть трисы, есть что там еще. Разные там формы этих сеток. Вот так, чуть-чуть я выглаживаем. Так, здесь сделаем перегородку, потому что она тут нужна. А вот это уже впадины, значит, под глаза. Их можно тоже через Alt немножко тогда оформить. Вот так. Ну а теперь нам понадобится что? Картинка вот этого самого, самой головы персонажа, чтобы уже ну, более-менее правильно ее сделать. Значит, делаем скриншот. Скриншот вот этого дела. Так, и где она тут более-менее нормальная? Чтобы, ну, вот нормальная внизу, вот она, но она как срезана. Значит, будем брать верхнюю вот эту часть и как-то по ней подгадываться так. Угу. Увеличиваем. Нам понадобится вот этот полностью участок. Ну вот, вытянутую часть сделаем. Тут получилось два варианта. Нужно попасть по ширине и по форме вот этого скриншота, чтобы он подошел на рабочий стол без искажений. Скульпт писать по 6. Заходим в опцию Bug Face Mask. Находим, где этот у нас скриншоты. О, попали, нормально. Все, надо вытянутым делать. Так, клавиша табуляция позволяет отключить видимость вот этих всех функций, чтобы, если вот как у меня сейчас получилось, увидеть полную референцию. Так. Так, ну вот, по боковому. По боковому обрезку делаем бэк. Вот здесь рисуем. Табуляция делаем интенсивность еще побольше, если надо. А нам надо. Так, отбиваем рот. Смотрим рот у него. Вот эта нижняя челюсть. Прям пиздец узкая. И острая, да? Постараемся без флатена, без криза это все дело. О! Уменьшим и теперь флатеном дооформим. Так, надо посильнее поставить и кисточку поменьше. Так.
округляем ее, чтобы она была мягкой. И вот эту часть тоже, чтобы не было этого угла. Мягкость, еще раз мягкость. Так, нормально. Теперь, что у нас по морде? Так, по морде у нас нос и треугольник, да? Так, получается тут глаза. Ну, давайте экспериментировать. Так, здесь, значит, еще поменьше. Нос треугольником, тогда, наверное, где-то вот так вот должно быть. Вот что-то в этом духе, да. И вот здесь тогда округляем, замедляем, смотрим, что у него по скуле, по челюсти. Так, тут если будет глаз, тут если будет, значит, выглажено, то в принципе ничего такого. И ничего, и симпатично, да? Так, вот здесь вот чуть-чуть надо выгладить. Челюсть тоже можно повыглаживать. Рисуем разделение по центральной полосе. Отбиваем нос треугольником. Следом, что у него там? Верхняя отбивка и треугольник отбивается глазам. Угу. Верхняя часть, значит, вот это больше, вот здесь вот видно. Нос, треугольник. Докидываем массу на морду. Вот так, от шва. Делаем накид. И вот такой вопрос. Значит, что? Можно поэкспериментировать, отбить ему типа вот эту часть глазную и треугольником вот, вот здесь, где морда, треугольник вот так вот рисуем. И от него будем плясать сейчас делать угол вот этой морды и здесь выглаживать вот эту часть. Я как-то себе так это представляю. Возможно, не очень правильно. Я думаю, что вот это углы должны быть. Здесь и тоже вот нижнее веко, как мешок этот, он как бы должен, наверное, у него присутствовать. Ну, вот такая вот штукенция. Так, нос. Тоже нос выглаживаем, меняем носу. Так, вот эти вот желательно сделать здесь выглажки, вот эти вот. Прикольно здесь их делать. Вот эти угловые части. Вот ZBrush как-то все резко. Здесь все помягче и более-менее вот так расслабляешься, кайфуешь просто от происходящих событий, короче. Так, здесь мы уменьшаем грудинку. Почему? Потому что у него, значит, вот здесь у него, по-моему, должно еще меньше быть, еще подрезочку. Так, так, так. И пункт. С помощью граба вот здесь вот чуть-чуть поменьше. И плечевой пояс чуть-чуть так наметим. И подмышки уведем еще кверху. Так сделаем потоньше. Ну а здесь шестом. Можно руки еще прям потом все сделать, не беда. Так, здесь у нас живот.
задница, живот, в принципе, это все нормально. Единственное, что нужно убрать вот этот переход, значит, от живота к тазу. Так уже понятно, уже вверх. И чуть-чуть добавим, и шифтом просто выгладим. Оп. Так, ноги. Так, ну что тут у нас? Ноги. У него такие. Капелькой, да? Ну, давайте капелькой и сделаем. Так, уменьшим. Так, здесь носкам выглаживаем, делаем тоньше. И, значит, лапа у него должна быть острелинная. Это, то бишь, вот эта часть. Вот так. Ну, что-то в таком духе, да? Чуть-чуть в эту сторону. Чуть-чуть еще шестом. Чуть-чуть вытяжка. Разворот. Ну, в принципе, похожу. Так, и у него три пальца. Это раз. Это два. Ну, где-то так. Ну, что-то у меня, в принципе, так, наверное, и получается. Так, просто больше к середине. Центральная пустота побольше будет, а это как бы с разворотом. Ну вот уже как бы и похожу. Да. Так, ну для анимации нам понадобится колено. Поэтому я чуть-чуть вот это все дело оформлю с изгибом. Вот. Зад чуть отведу. И колено чуть-чуть оформлю. Ну, вот теперь кости, когда будут вставляться, будет понятно, значит, что здесь колено. Ну, а потом все выровняется. Так, вот нормально. Так, что тут? Чуть-чуть можно даже приподнять где-то что-то. Не проблема. И что у него по лапам? Так, лапы у него какие-то. Непонятно. Убираем клей. Попробуем поднакидать сюда вот такой штуки. И добавим тут как треугольники. Ну, так, наверное, уже будет чуть-чуть похоже. Так, мы немножко погуляем с Латином. Оп. Так, отметим приблизительно, что здесь вот как бы ноготь должен быть. Вот тут он ноготь должен, плоскость быть, да? Вот так. И тут тоже. Так, а здесь как бы мякушки вот эти. И мы с треугольником просто округлим. Да, оформим. Вот так. И тут тоже раз. Треугольником.
Это вот шишки не должно быть. Округляем, закругляем, вводим по-разному. Мякушку делаем тоже, чтобы ну, нормально, короче, чтобы было. О, и тут тоже округляем, дополняем, сетку меняем. И тут тоже мякоть. Раз, так, оп. Округлили, округлили. Делаем треугольничек. И потом все это делаем. Ну, чуть-чуть делаем мягче. Выбираем кисточку и чуть-чуть корректировочки. Оп, оп. Чуть-чуть где-то вперед, здесь что-то по бокам. Распространяем вот эту вот опухоль. Так, теперь поделим палец на ножки, ну как, дадим такой изгиб, чтобы потом, когда кости ставим, пальцы не казались, а больше напоминали как-то пальцы. Так, косточки. Припухлость верхняя. Так, большой чуть вытянем. И то же самое, значит, с накидом только в эту сторону. Вот так. И то же самое, значит, оп. Я уже долго сижу, наверное, сейчас уже, да? Так, что там по ушам? Ну, в принципе, персонаж-то готов. Так, брови у него отдельно. Так, вот здесь вот, наверное, все-таки можно чуть-чуть и докидать маску. Чуть-чуть выгладить. Вот так. Здесь мягкий переход под глаз. Теперь дорисовываем уши. Делаем выемку через Alt, можно без клея, можно с клеем. Вот так вот. Выглаживаем морду, можно еще чуть-чуть дооформить нос. Вот таким вот образом. Так. Где-то через Alt провести еще отбивочку. Так, что у нас с ртом там? Так, рот идет вот так треугольником. Угу.
Так, и, наверное, вот здесь вот все-таки сделать потоньше. Так, а здесь чуть-чуть, наверное, еще поднадутим. Ну, это уже мелочи корректировки. Вот эту шишку убрать. Где-то что-то приподнять. Так, ну и, наверное, вот этот мешок кожи чуть-чуть выгладим. О! Вот теперь верю, но ухо, наверное, нужно еще сделать помягче. Вот так. Чтобы не было квадратного перехода, опять же. Ну и можно еще отбить клизом. Так, вот не представляю, как они при анимации будут крутиться. Не будет ли тут перетяжки сетки. Но это уже другая история. Ну вот получилось, значит, что у нас по ногам. Так. Когда ноги поставятся вместе с костями, значит, все будет нормально. Реху соответствует, пальцы, возможно, еще потом сделать как-то побольше. Что там в таком духе? Ну, вот такая вот розовая пантера. Я бы, конечно, лап еще и побольше сделал, но рев, в принципе, этого не даст. Сейчас пятки припустить, и там уже будет обрезка. Ну вот такой результат. Теперь, возможно, в следующем ролике покажу, как вставлять глаза, добавим веки, как она будет работать при анимации, тоже можно будет потом посмотреть, поэкспериментировать. Ну а тело должно, в принципе, работать классно. Еще вот надо рот отбить, чтобы открывался. Ну и под полностью под мимику все это дело сделать. Все, всем пока, до свидания.